Еще один шаг на пути к мечте. Двое дагестанцев успешно выступили на бойцовском турнире Лиги Брейв в Бахрейне. Очередные победы в свой актив занесли Касум Касумов и Мухаммед Макаев. Подробнее в материале Курбана Рагимова. Фор Касум! Касума! Пришел, увидел и победил. Касум Касумов только во второй раз вышел в октагон Лиги Брейв. Однако, благодаря внушительному послужному списку, матчмейкеры доверили ему право выступить в одном из главных боев вечера. Этот статус махачкалинец в итоге оправдал фееричной победой. Поединок с болгарином Димитаром Костовым завершился в первом раунде. Сначала Касумов перевел соперника в партер, а затем, выйдя на выгодную позицию, мастерски выполнил удушающий прием. Так ученик Шамля Завурова сделал шаг на пути к завоеванию чемпионского титула в легчайшем весе. Эта победа стала для Касумова 12-й в карьере. Особое внимание я уделяю и борьбе, и партеру. Я и стойке я стараюсь больше работать на тренировках. Но это как получается во время боя. Не так сказать, что я его готовил специально, вот этот прием. Вот этот прием, например, сейчас, который я сделал, я его не готовил. Он получился у меня по ходу боя. Я начал делать один прием, который приблизительно у меня в голове был, что я его попробую сделать, попытаюсь. Он не получился у меня. Соперник отстоял, и с одного мы перешли на второй. Аналогичную победу одержал и другой наш миксфайтер Мухаммед Макаев, 20-летний уроженец Буйнакска, успехи в единоборствах которому пришли в английском Ливерпуле. Выиграв все крупные турниры в любителях, Макаев стремительно ворвался в мир профессионального ММА. Бой с Джейми Келли полностью прошел под его диктовку. Он два раунда перебивал соперника в стойке, а в третьем закончил начатое уже в партере, заставив капитулировать оппонента. Этот поединок стал для Макаева третьим за последние полгода. Перспективный боец с большой фанатской базой ставит перед собой весьма амбициозные цели. Я хочу часто драться, так меня запоминают болельщики. Я всегда в форме, я вернусь, я соблюдаю диету, соблюдаю режим. Не отвлекаюсь на лишние дела. У меня дом, тренировки. Я представляю Республику Дагестан, город Буйнакск. По нации я кумык, но живу в Англии уже 8 лет. Меня поддерживает очень много болельщиков из Англии, из Дагестана, со всего Кавказа. Это без разницы. Я поднимаю английский флаг, я поднимаю дагестанский флаг. Так дагестанцы продолжают укреплять позиции в лучшем ближневосточном промоушене. Следующий турнир Лиги Брейв пройдет в ноябре в Эмиратах. Кроме того, после улучшения эпидемиологической обстановки в России, организация рассматривает вопрос о проведении бойцовского вечера в Дагестане. Курбан Рагимов, Магомед Гусейнов, телеканал ННТ, Манама, Бахрейн.